Компании-перевозчики обратились в администрацию Владивостока с предложением повысить тариф на общественном транспорте. Причина – рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, новые автобусы и так далее. Предприятия представили все необходимые экономические расчеты. Компании также планируют продолжить закупку новых автобусов. Обновление парка прописано в контрактах. Мы, как перевозчики, как ассоциация, обратились к главе города с предложением о индексации проезда в общественном транспорте. Мы подготовили документы, подготовили расчеты, на каком основании нам бы хотелось, чтобы проезд был в городе Владивостоке поднят. Значит, мы основные моменты учли. Это топливо, которое подорожало одновременно в декабре только на 3 рубля. Это в течение года очень сильно подорожали запчасти, около 30%. Стоимость автобусов очень сильно возросла. Это, наверное, 30-40%, если в рублях считать, там от 500 до 1,5 миллиона, смотря какой класс автобуса. Поэтому мы стараемся делать лучше свою работу для наших горожан, чтобы в городе было прекрасно ездить на наших автобусах. Отметим, в прошлом году на маршруты вышло более 60 новых автобусов, в основном большого класса. Сейчас комиссия по тарифам рассматривает представленные предложения. Решение будет принято в ближайшее время.